Во второй раз в Бердске будет организовано арт-убежище. Мероприятие пройдет в рамках всемирной акции «Ночь музея». В субботу, 21 мая, состоится музейная выставка «30 лет Чернобыльской катастрофе». Посетителям арт-убежища предлагается окунуться в атмосферу эпохи советского времени в помещении, замаскированном в самом центре города. Место проведения – город Бердск, улица Островского, 69А. Убежище под Сомом.